трубочки. Соединить в одну длинную и выпить спрайт или пепси. И что-то выпить с четвертого этажа. Как мы их будем соединять? Для начала мы берем трубочки. И вот так вот одну сгибаем. Вот. Потом мы ее берем и сгибаем вот так вот, чтобы получилось такое, как лопатка. Мы эту лопатку берем и засовываем вот сюда вот. У нас в итоге получается вот так вот. И получается одна длинная трубочка. И мы хотим вот так вот все трубочки соединить в одну большую. И выпить что-то. Постараться. Ну, теперь мы будем их соединять. Окей, давай. Я вот здесь не опоздаю. Давай, давай. Давай. Собирай чемоданы и шага. Кошки к котам подходить нельзя, потому что они могут поразить. Бьется спать. Мне кажется, надо сделать так. А что это? Бьется? Ну, а правда, зачем подниматься? Вот мы опять снимаем. Я отпустил просто там трубочки. И все пошло не по плану. Сейчас. О, пошло, пошло! Пошло, 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 тяни, тяни! Не хватает силы. Мама! Ну, где-то сантиметров на 70. Мама! Идет, идет, идет! Давай, давай, давай! А вы пили когда-нибудь спрайт с четвертого этажа? Может, он на второй светится? Второй круче. Она не с тебя роста, по подмышке. Нет, а вот оно все, оно вот сюда поднимало. Что? Не вышло? Скотчем все скрепляю. Почему? Потому что нет гермогейца, или как она там называется. Так, мы тут уже практически все скотчем склеили, чтобы была эта герметизация, или как она там. Вот нам последняя трубочка осталась.
потом мы ее будем спускать и пить. Попытка номер два. В первой попытке была разгерметизация сосуда и окончилась неуспешно. Но не все сразу. У Илона маска тоже не с первого раза взлетела. Нет, так можно его правда на крышу пустить и пусть он с крыши. Все-таки не с четвертого этажа, а со второго. Да, ну если поднимется, то бы на полметра. Ну там тянут мне. Во-первых, меньше вариантов, что воздух. Сегодня я постараюсь вот эти все трубочки спустить с четвертого этажа и выпить из них вот эту вот бутылку спрайта. Сейчас мы телепортируемся на балкончик, на котором будем пить эту бутылку. Мы телепортировались сюда на балкончик, с которого мы будем вот это вот все дело спускать. Так, мы сейчас спускаем их. Лови! Свой телефон! Итак, попытка номер 5. Вот это у нас улетел телефон. Ну, посмотрим, что с ним стало попозже. Это так было задумано. Мне как раз нужен был новый телефон. Давай дальше. Оп. Не достает. А телефоном после его падения... Но самое интересное, что он по-прежнему работает. Вы видели? С четвертого этажа и хоть бы что. А что наш экспериментатор? Готовится пить спрайт с четвертого этажа. Через вот эту трубочку. Так, мы продолжаем наши съемки. Телефон выжил, я на него сейчас снимаю. Мы сейчас постараемся его опять не уронить. Пускаем трубочки. Пап, дай мне телефон, который ты снимал. Папа, дай. Процесс пошел. Вот эта трубочка, из которой наш экспериментатор сейчас пьет спрайт. Давай, у тебя получится. Это ж каких усилий надо, какие легкие иметь, чтобы вытянуть с четвертого этажа эту бутылку спрайта. А? Наш экспериментатор старается. Давай, 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 давай. Непростая эта затея, непростая работа. Спрайт тащить с четвертого этажа, как с болота.
Только телефон мне на полбу не брось, как в прошлый раз. Давай, давай, старайся, старайся. Уходит спрайт. Уровень, вот видите, уже меньше стал. Ты пьешь? Сейчас мы идем к папе. Ага! Попался! Что ты делаешь? Я уже напился спрайта! В школе учись, прежде чем эксперименты делать! Иди сюда, сейчас я тебе жопу надру. Сейчас телефон выброшу. Успокойся, хватит уже одного телефона, полетевшего четвертого этажа. Отдай мой телефон. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Мы для вас так много стараемся в эти видео. Я, например, вложил видео. Написал какие-то штуки. Давайте их помоем из шланга. Так. Ой, спрайт там пахнет. Жалко, что нельзя запах передать. Покажись, ты где? Погладить. Спрайт. Ну просто шумали. А папа в это время не дует ничего. А ну покажи. Оно не идет, перестало идти. Где ты? Я тебя не вижу. Эй! Так вот почему оно не лилось. Папа! Вы просто посмотрите, как это выглядит снизу.